Для приготовления конвертиков из лаваша сыр и помидоры нужно нарезать тонкими ломтиками, а лаваш – длинными широкими полосками. На край лаваша положить сыр, далее помидор и завернуть в виде конвертика. В миску поместить яйца, соль и перец по вкусу. Взболтать венчиком. Обмакнуть конвертики во взбитом яйце. На разогретую сковороду вылить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Выложить конвертики и обжарить с каждой стороны примерно по 1-2 минуты. Лучше всего подавать конвертики с пылу с жару. В таком виде они самые ароматные и вкусные.